Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Оксана Гуликова. В сегодняшнем видео мы будем смотреть с вами пряжу. Это пряжа носочного состава. 75% супервош мерина и 25% полиамид. Это пряжа Газал Happy Fit. Пряжа ручного окрашивания. В 100 граммах 330 метров. Приехали, сейчас скажу, 20, по-моему, 21 оттенок. И половина из них вот такого секционного как бы окрашивания, да. И половина однотонная. Однотонный вообще у меня первый раз. Я не знаю, насколько давно появилась однотонная пряжа. Вот именно Газал Happy Fit, счастливые ноги, да. Вот, на самом деле пряжа очень мягкая. Она отличается от всех носочных пряж, которые вот я... От всей носочной пряжи, которую я знаю, это вот супервош, там, да, форза, ланоса мерина и прочие. Вот, в общем, вот эта пряжа, она самая мягкая, самая нежная, по крайней мере, ту, которую я держала в руках. Ой, так, сейчас я расскажу вам, как можно заказать для тех, кто не знает, для тех, кто не знает. У меня есть интернет-магазин, который называется «Территория вязания». Проходите в него, регистрируйтесь, кто не зарегистрирован, и оформляете свой заказ. Делаете заказ, оформляете его, подтверждаете его и ждете счет на электронную почту. Я присылаю счет на электронку. У кого нет электронной почты, звоните по телефону. На сайте есть номер телефона. Звоним в рабочее время. Это с 9 до 5 и в будние дни. Живу по московскому времени. Я нахожусь в Тамбовской области. Отправляю я почтой. Почта России. Так, ну, на сегодняшний день у нас сегодня 2 июля 2024 года. И на сегодняшний день эта пряжа стоит 525 рублей в моем интернет-магазине. Вот, все оттенки можно выбрать там, но я сейчас покажу все, что приехало, и назову номера цветов. А также у меня есть телеграм-канал, ссылку приглашения я тоже оставлю под видео, как и ссылку на магазин. Проходите, там все девочки узнают уже раньше. Например, я уже прогрузила товар в магазин, и я сразу уже кидаю ссылку. И уже некоторые позиции у меня, ну, сегодня я уже собирала заказ. Вот сейчас вечер, я снимаю видео, но все, что пришло, все еще есть в наличии. Так что проходите, смотрите. Итак, это у нас цвет 3263, но она на самом деле шикарная. Кто вязал из этой пряжи, те знают, какая она нежная, какая она мягкая. Колкости нет вообще, она теплая. И метраж здесь очень-очень хороший метраж, 330 метров. Так, номер 3263. Так, это коллега тут прощается, уходит. Так, следующий оттенок вот такой. Разверну, чтобы не мешали здесь нам этикеточки. Давайте я буду доставать. Сегодня, если я просто в упаковках буду показывать, будет короткое видео. Я знаю, что многие любят смотреть пряжу, видео с пряжей. Я сама люблю смотреть видео с пряжей. Поэтому все моточки покручу, поверчу вам перед камерой и назову номера цветов. Так, это номер цвета 3257. Вот такой цвет. Очень красивый. Все цвета обалденные. Очень красивая пряжа. Очень мягкая, очень нежная. Я уже привозила. В прошлом году у меня была. И вот, в общем, решила еще привезти, пока она не так сильно подорожала. Так, здесь такие табачные оттенки. Вот такие желтоватые, горчичные. Вот такой моточек.
пряжи в пасмах по 100 грамм. Так, здесь у нас номер цвета 3274. Вот такой. Также можно заказывать пряжу по телефону, я сказала, и в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. В Одноклассниках редко захожу, ВКонтакте в приоритете, конечно, там удобнее. Так, следующий вот такой. Смотрите, какая красота, прям такой цвет гроза, да? У них есть тоже какие-то названия, но это все нужно искать на официальном сайте. Я не стала этим заниматься. 3271. 3271. Вот такие здесь оттенки. Но они все красивые. Все красивые. Пряжи ручного окрашивания. И я считаю, что это все еще бюджетный вариант. Есть же и по 1000 рублей пряжи, да, у нас за 100 граммов. Так что 525 это все еще бюджетный вариант. Так, следующий оттенок это у нас 3256. Здесь сине-голубые, какие-то такие вот чернильные цвета. Сейчас достану. Вот такой, камера правильно передает. Вот такая красота. 32,56. Так, пошуршим, да, еще пошуршим. Так, мне кажется, я показывала или не показывала этот цвет. 32,64. Нет, не показывала. Сейчас достану. Здесь вот такая палитра в этом моточке представлена. Они все красивые, все интересные оттенки. И не только вязать носки из нее, но и здесь, конечно, носочек, да, нарисован, но и можно вязать плечевые изделия, чем я в ближайшее время и займусь. И чуть позже покажу, какого цвета, что я буду вязать, расскажу, когда дойдем до моточка, до цвета, который я выбрала. Так, вот. Еще раз, номер цвета 3264. Так, следующий. Отсюда мы, наверное, уже доставала я сегодня. Так, вот такое. Вот такая расцветочка. Здесь бирюзовые оттенки, зеленый и черный. Такие вот зеленые, болотные, глубокие цвета, красивые. Так, здесь у нас номер цвета 3265. Вот такой моточек. Очень интересная расцветка. 3265. Так, следующий. Здесь зеленые. Вот немножко неправильно камера передает. Сейчас попробую достать моточек. Она его как-то затемняет. Немножечко он чуть ярче он на самом деле. Вот, вот такой цвет. Номер цвета 3258. Следующая красота. Вот такая здесь. Разные бирюзовые тоже оттенки. Морская волна, бирюза, синий, чернильный. Вот такие оттеночки. Какая прелесть. 3266 номер цвета. Из нее, из этой пряжи можно и аксессуары вязать, и шапки, и варежки, и перчатки. И ложится она ровно. После стирки она вообще идеально ровная становится. В общем, хорошая пряжа. Так, вот такая.
Такая расцветка 32-61, номер цвета. Сейчас достану моточек. Вот такой он. Очень красивое, интересное окрашивание. Просто прелесть. Вот эти хвостики, это вот, ну, кто не знает, это пасма связана, а так здесь нет. Пасма связана отдельными ниточками. Вот пасму нужно разматывать на клубочки и вязать. Я вручную, у меня нет специального зонта для разматывания. Я на табурет натягиваю эту. И, в общем, или можно попросить кого-нибудь, чтобы помогли. Ну и, в общем, я справляюсь одна. 32-61. Вязала я давно красные носочки. У меня была красная, не помню номер цвета, конечно. Ну, прелесть, просто прелесть, конечно. Так, следующий вот такой цвет. Здесь прям, знаете, кирпич такой. В разных оттенках кирпичный цвет. Такого цвета у меня, по-моему, ни разу не было даже. 32-68 номер цвета. Вот. Поближе. Камера его правильно передает. Вот такие оттенки здесь. Продолжаем наше видео. Немножко сейчас я тут так поправлю. Итак, дальше у нас будут однотонные оттеночки. Вот в моем магазине это новинки. Так, вот этот оттенок передается на данный момент неправильно. Он кажется серым. Так, сейчас попробуем поймать этот цвет. Ну, в общем, это вот такой, как бы лазурный такой оттенок, но он припыленный. Как бы пыльная бирюза, но почему-то его показывают серым. Вот так вот, вроде бы правильно. Вот, припыленная бирюза. Номер цвета 32-82. Характеристики все те же. 330 метров в 100 граммах. Так, а рекомендации по спицам я не сказала. Хотя меня просят частенько 2,5-3. Ну вот при моей плотности я на тройке вяжу такую пряжу. Вот. Номер цвета 32-82. А крючок 4-5. Гладить на единичке, стирать при 30 градусах. Это вот такой. Ну, он все равно, он однотонный, но цвет у него такой вот, понимаете, какие-то здесь крапинки, вот, интересная. Вся пряжа очень интересная, все красивые цвета. Так, следующий, вот это графитовый цвет, это прям серый такой темный, вот. Вот сейчас он вам немножечко показывается каким-то как бы сиреневатостью, что ли. Нет, это простой темно-серый цвет. Ничего в нем нет. Просто тут, наверное, еще лежат упаковки там и дают какой-то оттенок. Темно-серый, прям такой графитовый цвет. Просто серый. Или мои ногти тут мешают. Вот так показать. Просто серый цвет. И номер цвета 32-85. На сайте немного цвета, фотографии чуть темнее выглядят. Так, следующий вот такой горчичный цвет. Сейчас достану. Вот такой классный горчица. Вот представляете, плечевое изделие из такой пряжи. Это ж просто обалдеть. Вот я хочу вязать мужской джемпер, но не из этого цвета. Номер цвета 32-87. Горчица, хотя он тоже очень красивый. 32-87. Следующий вот такой тоже кирпичный цвет. Или терракотовый.
Так, и номер цвета у него 3288. 3288. Вот такой оттенок. Камера правильно передает вот этот цвет. Так, следующий. Это светло-серый цвет. Правильно, камера его передает. Он не сложен, да, не сложный цвет для камеры. Вот такой светло-серый цвет или просто серый. Светло-серый он, наверное, должен быть еще светлее. Но здесь вроде как бы, знаете, переходы все равно вот... Какая-то глубина цвета вот спрятана все равно вот в этих моточках смотришь и хочется залезть вот куда-то вглубь и посмотреть, как будто там есть темный оттенок. Но ты туда заглядываешь, и там нет темного. Хотя вот кажется так. Немножечко, возможно, у него есть какой-то отлив. Вот такой серый цвет. Номер цвета 3281. Подошла к оттенку, который выбрал мой супруг. Я, в общем, думала вот такой вязать, или вот этот горчичный, или кирпичный, или вот этот зеленый. Вот, я буду вязать мужской джемпер. Беру себе 5 моточков. Размер у него 52. Мне достаточно. Хватит, и я хочу к ней подмотать еще тоненькую ниточку какой-нибудь бобинной пряжи. Зеленого, может быть, цвета. Можно даже здесь взять и черный, и серый оттенок. Потому что вот у пряжи, на самом деле, вот она считается, да, однотонно покрашенная. Но у нее вот есть какие-то все равно как бы вкрапления, потемнее, вот какие-то волокна здесь. Покрашена более темно. Она не секционная, но все равно покраска неоднородная. Но у меня есть зеленая пряжа. Я буду добавлять сюда ниточку 1600 метров. И я буду вязать мужской джемпер. И я обещала своим подписчикам, что я сниму мастер-класс. И он обязательно будет. В общем... В скором времени я начну. Я не знаю, сколько понадобится мне времени на вязание этого джемпера. Возможно, я его буду месяц вязать, может быть, недели 3. Вот, поэтому в телеграм-канале я буду все показывать, свой процесс. Буду снимать МК, и потом он выйдет на YouTube в открытом, бесплатном доступе. И джемпер будет для новичков, ну и не только, конечно. Кто умеет вязать, те не вяжут по мастер-классам, а некоторые люди вяжут только по мастер-классам. И этот цвет 3286. Вот такой красивый цвет. Выбрали мы вот такой зеленый. Я еще в прошлом году хотела вязать ему, и он тоже из пряжи... Из какой я хотела? Мерино Делюкс от Yarn Art. Мерино Делюкс 50, да? Он тоже выбрал вот такой вот цвет, как бы оливковый или хаки. Ну, в общем, как его правильно назвать? Без разницы, да? Оливковый или хаки он. Хаки, в общем. Там он тоже. Но что-то я не стала, отложила. Говорю, давай свяжу тебе к осени. Потому что у него вроде есть. Ну и, говорю, обновлю тебе в следующем сезоне. Вот, 3286. Посмотрите, как вам цвет, друзья. Правда красивый. Вот, 5 мотков нужно будет, наверное, возможно, даже 4 будет достаточно, или 4,5. Но я сюда подмотаю и буду вязать, наверное, на спицах 3,5. Или я подмотаю одну тонкую нитку в 1600 метров, и у меня получится тогда 273. Кстати, нужно вам снять видео, как считать самим пряжу с разным метражом, когда вы ее вот
миксуете, да, когда несколько разных метражей вы собираете в одну кучу и вяжете. Вот вы умеете посчитать, сколько у вас получилось метров на 100 граммов. Вот, я, в общем, могу снять такое видео и рассказать вам, как это делать. 32,86. Все, очень я остановилась на этом цвете. Ну, мне все нравятся цвета, но просто рассказываю, что в моих планах. Здесь же не только залетные зрители, которые вот увидели и пришли, а есть и мои постоянные, которые меня всегда смотрят, которые знают, что я вяжу, из чего я вяжу, что собираюсь вязать. Так, это у нас такой брусничный цвет. Брусничка такая. И номер цвета 32,89. Вот здесь вообще, мне кажется, любой подойдет цвет. И на мужское, и на женское, и на плечевое изделие, и на носочки. В общем, здесь только вот все цвета какие-то прям обалденные, классные. Потому что мужчинам тоже вяжут вот такие. Но почему бы и нет, брусничный цвет очень красивый. Некоторые любят красные носить. У меня вот летние всякие футболки муж любит. И красные, и бирюзовые надевает. Так, вот такой обалденный. Я не знаю, как назвать этот цвет. Он очень классный. Так, сейчас достану. Смотрите, какой он красивый. Не очень ярко его. Не совсем ярко передает камера. Сейчас будем ловить с вами. Но он глубже. Вот она его почему-то обесцветила. Сделала бледным. Вот здесь правильно. Вот, смотрите, вот на этот моток. Вот на эту часть. Вот на 100% вот здесь передача. А этот неправильно передается. Вот в пакете правильно. Смотрите, какая глубина цвета. Прям красивый такой вообще. Итак, это номер цвета. Ну-ка, ловись давай. Как-нибудь моим зрителям. Вот, вот. Так, и номер цвета 32,90. В общем, вот так. Вот такой буду я плечевое изделие вязать из этой пряжи. Прям я уже настроилась, и мне хочется и мужа своего порадовать. Ну и обновка ему будет к осени, да? Так, следующий оттенок. Это вот такой темный джинс. Прям темный джинс. Это номер цвета 32,84. Вот так вот я держу. Передает цвет правильно. Вот так правильно. Дальше убираю как-то не очень. Вот здесь прям засветляет. Вот так правильно. Вот такой темный джинс. Темно-синие джинсы такие. Как бы потертый цвет, да? 32,84. Так, и последний оттенок. Этих получилось у меня однотонных 10. А те, которые... Как их назвать? Секционного они окрашивания, да? Этих 11 цветов. Вот, все наличие уже выставлено на сайте интернет-магазина. Порвала пакет. Так, это вот такая бирюза, тоже пыльная. Вот смотрите, сейчас вторую пыльную достанут. Но это больше лазурный такой, да, вот. Но он неправильно. В нем больше зелень, вот. Больше зеленый, зелени, вот, припыленный. Но неправильный. Но неправильный совсем вот эта передача цвета. А вот этот вот цвет правильно передается. Такая бирюза 32,83. Ну-ка я еще раз попробую вот этот. Не хочет он никак. Вот серый он тут и все. Хоть убейся. Я напомню, что это номер цвета 32,82. И он тоже классный. Он хороший, красивый. Он зеленый. Такая вот такая зелень. Как бы вот такая припыленная, вот зеленый, то ли изумруд припыленный какой-то, то ли бирюза. Но зелень здесь точно есть, и она почему-то серым передается. Так, а этот цвет, вот, сказала, номер 32,83, тоже красивый. Вот такой он и есть, вот бирюзовый.
Вот, правильно передача цвета. Вот. Ну, наверное, все. На этом я буду заканчивать свое видео. И уже время. У нас 6 час. Я поехала домой, приеду, смонтирую видео и обязательно вам его выложу. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Сегодня я болтать не буду, я сразу уйду. Подписывайтесь на мой канал YouTube, на мой телеграм-канал, ссылка будет под видео. Проходите в магазин. Не забудьте заглянуть в раздел акции, там снова акции. Давайте могу сказать, наверное, на какие артикулы, только не помню, на какие сколько процентов. Снова сейчас идет скидка на пряжу Ярнард Розе Гарден. Это у нас 100% хлопок. Дальше идет на Ярнард Стайл. Это хлопок с вискозой. На Ярнард Симфони сейчас и скидка, акция. Потом на Диву. На Диву Плюс. Так, на Диву Плюс, по-моему, проверю вечером сегодня, есть ли на нее скидка. Если нет, то значит зайдите после 8 или 9 вечера, потому что надеюсь к этому времени, что я посмотрю. Если она не в скидке, то я обязательно ее отправлю в акцию. Так, Ярнард Бэби Катон, это прям просили меня. Вот Ярнард Стайл просили сделать акцию повторно. И Ярнард Бэби Катон, это полухлопок, мой любимый, самый для меня лучший. Прекрасный, нежный и вообще классный, ровно вяжется, держит резинку. Ну, самый лучший полухлопок для меня, во всяком случае, тех, которые я пробовала. И Дива Батик, там 2 оттенка осталось, я тоже ее поставила по акции. Вот здесь у меня шпаргалка, по ней читаю. Так, ну все, на этом точно все, друзья. Если есть какие-то вопросы, присоединяйтесь в телеграм-канал. Правила там в закрепе, правила проживания в группе читайте. И, в общем-то, там ничего такого. И, очень интересно, я, когда у меня есть вообще свободное время, присылаю ну, какие-то модели, идеи моделей, да, там уже девочки подхватили, кто-то что-то уже начал вязать, ну, просто вот идейки для вязания, какие-то футболочки, а потом маечки, красивые, в общем, изделия, вот, осенью будут джемпера, кардиганы и прочее, в общем, когда время есть, я сижу прям и накидываю туда идей. А когда нет времени, я пишу девочкам. Девочки, делитесь идеями. Вот, ну, в общем, вот так вот. Все, на этом я заканчиваю уж точно. Мне пора, друзья мои. Время уже. У меня дома хозяйство меня ждет. У нас очень сильная жара. У нас больше 35 градусов на улице. Это в тени. Там на солнце, наверное, больше 40. Просто ад, просто ад. И мне прям... Я переживаю за своих цыпляток всех, что они у меня там в жаре. Им жарко, все раскрыленные ходят. Так что помчалась я. Всех посмотрю, как они там поживают у меня. Все, всем пока. Всем хорошего настроения. И... мирного неба над головой и всех вам благ. С вами была Оксана.